словам адвоката Олега Никанова, который уверен, что половина имущества Кирилла Толмацкого, больше известного как Децла, должна перейти его супруге, а другая же часть отойдет остальным родственникам. Журналист Александр Митрошенков заметил, что когда отец переживает сына, это очень страшно. И для Александра Толмацкого, его отца, отца Децла, станет важным сохранить все наследие рэпера, которое представляет собой достаточно огромный музыкальный архив. У Кирилла Толмацкого осталась супруга Юлия и его 14-летний сын. В случае, если вдова сможет доказать, что имущество было нажито при ее участии, то половина достанется ей точно. Вторую же половину, скорее всего, попытаются разделить другие родственники Кирилла. Напомним, что сам рэп-исполнитель скончался в Ижевске после выступления на одной из частных вечеринок в ночь со 2 на 3 февраля 2019 года. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!